видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 35. Игра танграмм. Разрежь квадрат на части, как показано на рисунке. Из двух больших треугольников составь два разных четырехугольника. Это первое задание. Из двух больших треугольников мы составляем два разных четырехугольника, складывая их вот таким образом. Два треугольника по большой диагонали и два треугольника по малой диагонали. Задание Б. Составь фигуру из квадрата и двух маленьких треугольников. Получается, к квадрату два больших треугольника добавляем два малых треугольника. Получается фигура, похожая на конфету. Задание В. Составь фигуру по собственному замыслу, используя элементы танграммы такой игры. И задание Г. Составь фигуры журавля, страуса и кенгуру. Ну вот фигура журавля. Шестой номер. Первый, второй, четвертый, седьмой, третий, пятый. Фигура кенгуру. Два, один, четыре, семь, три, пять, фигура шесть. И фигура журавля. Один, шесть, три, пять, два, один, два. Составить данную фигуру несложно. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.